Я же еще не сказал открывать. Я нашел. Стоять. Что-то интересное. Остановись. Что-нибудь ценное теряли? Да. Да. Значит, она приходилось находить вещь, которую потеряли, а потом не надеялись уже найти? Да. Хорошо. Итак, смотрите. Значит, я вам дам вещь. Значит, Макс возьмет, значит, с краю в кармане, а Хасан чуть подожди, Макс начнет. И, значит, смотри. Макс, это говорит? Не заглядываем пока. Не заглядываем. Итак, каждый по очереди будет доставать сумки предмет и говорить: «О, да, это моя, например, чайная ложечка, которая потерялась давным-давно. Это моя самая любимая вещь, потому что...» А дальше нужно придумать объяснение, почему вы так любите этот предмет. Как и почему он потерялся. Что для вас значит его возвращение? У тебя карман. Наружный карман. Макс, наружный карман. Наружный карман. Итак, начинаем. О, да! Это моя любимая вещь, которую я потерял давным-давно. Это пульт. Когда? Расскажи мне. Когда именно и при каких обстоятельствах ты потерял? Я когда смотрел передачу «Наш футбол», когда мы забили гол, я очень сильно обрадовался, нечаянно выкинул пульт в окно. Так. Ну. И как ты его нашел после этого? Ну, я заглянул в ваш рюкзак. Хасан, не делай то, что тебе не просят. Ну, я заглянул в ваш рюкзак, и это нашлось. Расскажи, какой тебе дурак. Потому что я буду смотреть наш футбол всегда. Хорошо, пойдет. Ну, не убедил, предположим, но если Хасан будет еще хуже, то слава богу. А, кстати, мне нужно я варенье сделать. Я пульт реально потерял DVD. Хасан, Макс, сядь, пожалуйста, на место. Спасибо. Отлично. Твое время 10 минут. Я не надо было нас Сесилия положить. Не-не, пойдет, пойдет. Карман. Там есть карман. О, это моя штучка. Так, что это? В кармане, я же тебе сказал, там внутри. О, это моя точилка. Слава богу, что я ее нашел. Бедный мой карандаш, он не подточен. Надо его подточить. Когда ты ее потерял? При каких обстоятельствах? Я ее потерял, когда был в школе. Я отвернулся, и вдруг наш плохой парень Джек украл ее у меня и спрятал в этот рюкзак. Но вместе с ним в команде было Джерри. Он тоже спрятал. Он показывал Джеку, куда прятать. И потом я совсем случайно заглянул к ним в рюкзак и увидел точилку. Что для тебя означает это возвращение? Я догадался, что сказал: «О боже, это моя точилка! Слава богу, я ее нашел! Я ее потерял, когда был в школе. Когда я вернулся, я ее украла. Плохой парень Джек, а вместе с ним был Джерри. Джерри говорил, куда спрятать точилку. И вдруг я совсем случайно заглянул в их рюкзак и нашел точилку. И я тогда сказал: «О, боже, это моя точилка! Слава богу, я ее нашел! Я ее потерял в школе!» Хасан, ты уже рассказывал уже! Что для тебя означает это возвращение?
означает, что мне не надо покупать новую точилку. И всего лишь? Им я могу подточить свои карандаши. Это все? Не больше? Она тебе не дорога, как память? Нет. Ты не любишь ее? Нет. Она тебя? Может быть. Ну, Хасан более убедительно рассказал, Макс, пожалуй. Он нам 3 раза. Но это он как прием. Он прием рассказал, он придумал прием. И он своим приемом показал, что насколько ему дорого. Ему это не дорого. Почему не дорого? Я поверил. Он сам не слышал, как ему не дорого. Но он рассказывал, как он рассказывал, как он рассказывал. А ты всего лишь 1 раз оделался формально. Это мой пульт. Ну хорошо, а это мой пульт. А чем отличается? А твой пульт особенный. Там батарейки Дурацел. Они работают вечно. Я уже хочу выключить телевизор, а не могу, не выключается. Потому что батарейки работают вечно. А ты мой пульт, мой футбол. Ну, твой футбол, мой футбол. Вот и посидели, поговорили. А на самом деле, Хасан, что ты терял ценное? Я пульт потерял. До тебя дойдем. О, что я тебе не могу? Макс, Макс, тихо. Штаны. Тихо, Макс. Что ты терял на самом деле? Я терял. Так, я терял. Ты ничего в жизни никогда не терял? Нет. Любимую свою вещь никакую? Нет. Ни игрушку, ни гаджет какой-то. Нет. То есть все всегда при тебе. Да. Ты помнишь, что оно, где оно находится? Да. Страшно подумать. Что ты за человек? Я терял. Кроме пульта, ты что-нибудь терял? Нет. Артисты. Все с вами ясно.